Кто тут? Кто тут к моему озеру пришел? Кто в моего озера тут ходит? Алекс? А это камикадзе местные. Уже закат. Еще день, как бы день, но уже 9 января. Лесная рапсодия. Красиво очень. Так, посмотрим, камикадзе. Я сказал, выбрал Да уж, безрассудно ходит там гуляет ребенок. Такой скорости, да, сейчас бы ехали бы далеко бы оба. Высота хорошая. Красиво. Так, а кто здесь у меня шляется по моей территории? По моему лесу кто ходит? Я, Мороз, красный нос, сизый нос точнее. Кто тут прячется? А это что такое? Ники, ну повернись. Да, белочка? Курочка? Курочка? Курочка, вот курочка. Я зайца не было, да, они ее пристроили. Так они пристроили полностью, Марина. Этого вообще не было, был тот. Слушай, а здесь они уменьшили наоборот тираж. Да. Ну да, вообще было не так. Они кухню, по-моему, увеличили. Полностью перестроили. Ничего себе, девочка. Да. Да, ну видите, вот риски все на лицо. Я думаю, вот какая судьба, вот эту девочку могли бы сейчас так снести, да? Ну, Марин, ничего бы такого не было. А чего в нашей стране боятся-то уже какой-то ерунды? Говорите. Великая страна. Так, все повернитесь ко мне разом. Владимир сказал, что мы как одна семья. Я не знаю, о ком ты говоришь. Ника, встань, пожалуйста, тебя не видно. А я зайчик просто. Не, ну тебя не видно, Ник. Я не могу не понять. Поднимите зайца. Ник. Так. Так, кто там? Хотите скатиться, Галина Васильевна? Ой, я бы скатилась бы, наверное. Так, Марина, досмотри меня. Разверни камеру. Сейчас, слушай. Так, не надо экран закрывать. Убери руки от экрана. Объектива. Вот. Ты, Алексей, как выбил... всегда великолепен. А? Ты как всегда великолепен. Вот, вас в люди вывел хоть. Олег, повернись. Хотелось бы тебя скатить, Лешенька. Алексочка, как всегда, мертв. Ну, правда, сегодня минус 12, да. Никуся, Ник, а ты не замерзла? Ник, тебе с краешек, давай тебе будем рассказывать. Ты летишь, ты не остановишься, только внизу останешься. Ой, красная шапочка ты наша. Ник, я уроню сейчас, у меня руки замерзли.